собираюсь я ни в какой монастырь. Это... В монахи стричься, еще чего. Ксюшенька, девочка моя, ну ты поссорься, ты сам, я тебя прошу. Никто не неволит. Он там поживет в монастыре, посмотрит. А, Ибрагим тебя выгнал? Ай-яй-яй. Держи. Знаете, я не хочу производить впечатление гулящей женщины. Нравится моя уборщица? Красивая девушка. Отлично. Хочешь ее трахнуть? Тебе нужен секс. Мне нужен штамп в паспорте. Мы все, что надо, друг о друге узнаем. А что, у тебя кто-то есть? Ему 25. А кто он? Он криминальный авторитет. Я принимать ваше приглашение и хотеть вернуть портрет в отель. Я с таким молодым человеком познакомилась. Он просто невероятно милый, как будто с другой планеты, понимаешь? Присаживайся, пожалуйста. У нас прекрасное заведение. Тебе очень понравится. Здесь традиционная турецкая кухня. Так, посмотрим, что здесь у вас традиционного есть. Ну, есть лохмаджун. Вот это вот очень вкусно. Это турецкая пицца. И есть еще кочермак, ну, в общем, где вкусное. Это внутренность барашка. Значит, внутренность я точно не буду. А вот этот... Лохмадуй? Лохмаджу. Лохмаджу? Да, джун. Пицца, да, это? Да. Давай мне пиццу и турецкое пиво. Есть? Пицца и пиво. Скажи, а что ты делаешь здесь, в Стамбуле? Отдыхаю. Ну, а что ты делал сегодня? Ну, что я сегодня делал? Я проснулся, вышел на улицу подышать свежим воздухом, прогуляться. Вот зашел к вам покушать. Ну, а дальнейшие планы у тебя есть какие-то? Хочу посмотреть Святую Софию. Один? Да, без ансамбля. Ну, у нас же такой романтичный город. Здесь очень скучно гулять одному. Да, я заметил, но пойду один, ты пиво принесешь мне или нет? Да, извини. Спасибо. Здравствуйте. А, мне нужно комплексное обслуживание. Маникюр, педикюр, эпиляция, массаж. Комплекс. Важное событие тебя ждет. Я замуж выхожу. Иди. Иди. Сядь. Что, будущий муж, он хороший человек? Да я вообще не знаю, какой он человек. Мало времени назад знакомиться, да? Вообще не знакомились. Как ты его любить, а он тебя не любить? Ну, откровенно говоря, я его тоже не совсем любить. Но я знать, что на этой неделе я
кровь из носу должна выйти замуж. За кого? Неважно. Тогда я тебе помогать. Можем не найдете? Найду. Найду. Если я тебе еще раз вижу рядом с тобой, ты сильно жалеть будешь. Слышь, ты кто такой, а? Я тебя спрашиваю, ты кто такой, чтобы запрещать мне ходить к Ксюше? Я хозяин Ксюши, меня зовут Орхан. Она мой официантка. И что? Что и что? У меня принесли кафе. Понятно. У меня гулять официантка не нужен. Если я тебе вижу еще раз в кафе, ты штраф будешь платить. Штраф? Отлично. Давай, сколько я тебе должен, а? В чем тебе платить? В долларах, в лирах, в иенах, в песах, а? На, держи. Счастливо. Чтоб я тебя не вижу! Хорошо, я все понял. Буду покупать дорогой, но не очень дорогой. Хорошо, смотри, кто пришел. Привет. Привет. Здрасте. А что это у вас тут происходит? Чего пришла? Опять что-нибудь надо? Я сегодня добрая. Нет, я просто соскучилась, вот и зашла, давно не виделись. Соскучилась она. Будет мне рассказывать, соскучился. Он стоит, елозит кого-то, выглядывает. Расим. Ксюша. Ксюша. Он понимает на русском? Он все понимает. А, да. Я понял, ухожу. Ты все понял, да, ведь? Правильно? Дорогой? Не очень дорогой. Ты про сок думай. Да. Чего надо-то, Ксюш? Мне очень понравился один парень, который живет у тебя в отеле. Вася зовут. Понятно. Вася. Вася. Да, и что у тебя с Васей было? Да ничего. Пока. Ничего и не будет, Ксюшенька. Это почему? Ксюш, вот я гляжу на вас, на бабонек, и мне просто, ну, реально стыдно, что я русская. То одна шлюха за этим Васей бегает, теперь вторая пришла тут его выглядывать. А? У вас хоть капелька гордости осталась вообще? Да ты чего кричишь-то, я не пойму. Ты на себя посмотри сначала, а потом других осуждай. Нет. Спокойно, Ксюша, вот ты мне объясни, хоть один нормальный вообще мужчина обратит внимание на женщину, которая вот за ним тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю бегает, а? Я просто пришла к тебе, потому что я соскучилась. И заодно, может быть, увидела Васю. Что ты мне рассказываешь сказки-то? Ладно, господи, ну вот, Ксюш, было хорошее настроение. Ладно, хорошо, Лен. Ну ладно, Леночка, давай не будем ссориться. Ну зачем? Да с тобой поссоришься, ага. Все что, с гуся вода. Слушай, а что за шлюха к нему? Я не могу. Ой, я не могу. Слушай, Ксюш, ну хоть одну маленькую капельку гордости имей, а? На тебе во сне. Приснится. Я наказываю. Зачем ты издеваешься надо мной? Ну, чтобы ты подумала, включила вот это серое вещество когда-нибудь. Я всегда думаю. Каким местом? С праздником, кстати говоря. Какой муж ты хотеть? Это абсолютно не важно. Какой характер он иметь? Да какой бы не иметь, все равно будет делать, как я хочу. Сколько лет? Ну, до 50. Какой цвет глаз? Цвет глаз? Карие. Надо это пить. Thank you.
Очень быстро ты влюбиться. Он тебе не важен. Он без характера. У него карие глаза. Ты что, озверела, что? Что ты несешь вообще? Ты мне мужа найти обещала. Не муж, а любовь. Тетка. Больная. Больные сумасшедшие люди. Привет. Здорово. Слушай, так лимон захотелось, не могу. Хочешь тоже? Вкусно? Нет. Слушай, Машунь, скажи, ты гордая? Что за вопрос с утра пораньше? Ну, не знаю. Только у гордой женщины может быть такой замечательный магазин. То есть, получается, ты не рада тому, что ты гордая? Слушай, что ты мне грузишь опять, а? Ну, смотри. Тебе изменил Мехмед. Спасибо. Ну, прости. Погоди, тебе изменил Мехмед, ты его отшила. А если бы ты его простила, ты бы чувствовала себя лучше? Нет, я чувствовала бы себя полным ничтожеством. А как сейчас ты себя чувствуешь? Плохо. Вот так вот. Но зато я знаю, что сделала все правильно. Ну, получается, и так плохо, и так плохо. Я просто вот думаю, какова наша цель? Ну что ты смеешься? Ну правда. Наша цель быть счастливыми или делать все правильно? Ой, Люд. Ой, такая благодать в монастыре, Люденька. Ой, место такое намоленное. Ой, святое, тихое. Поют как. Слезы из глаз текут. Ой, а кормят. В трапезной так кормят. Ой, слава тебе, Господи, я теперь за Стасика спокойна. Да и за нас грешных будет кому помолиться. Слушай, я что-то за Виктора волнуюсь. Вот, может быть, что-то случилось. Вот, знаешь, душа не на месте, как будто какое-то предчувствие. Ну, а что с ним случилось-то? Ну, розу-то мне так и не принесли. О, ну, да. Детский сад. Внуки на носу, а она все про розу думает. Да плевать я хотела на эту розу тысячу раз, но просто знать бы, что с ним все нормально. Может, он к жене вернулся. Ну, может, и вернулся. Ну. А вдруг что-нибудь случилось? Ну, с человеком все может случиться. Ну, я не знаю. Конечно, конечно, с человеком все может случиться. Ой. Понимаешь ты ничего? Вот монастырь. Какое же место прекрасное. Душой отдыхаешь. Ой. Ой, я бы там осталась. Ну, что-то не осталось. Да мужской же, богохульница, ну тебя. Слушай, милая, спасибо тебе большое, что ты согласилась мне помочь. Это очень мило с твоей стороны, особенно потому, что, как выяснилось, человек не умеет нифига убираться. Неизвестно, чем она только занималась у Мехмеда. А хотя нет, известно. Ты не скажи, этот Халил согласился на твою интрижку? Ну, естественно, согласился, еще бы. Что же за кольцо ты ему такое предложила, что он на это согласился? Ксюша, я тебя умоляю, ты видела его вообще? Зачем тебе это все? Нет, ну вот ты даешь. Есть такое блюдо, которое подается холодным. Называется месть. Единственное, что я боюсь, что человек может соскочить. И? Но я очень рассчитываю на то, что она любит все за мной повторять. И именно поэтому хочу устроить небольшое представление. Какое представление? Ну, театр. Для одного актера практически. Ничего не понимаю. Ты давай домывай, сейчас тебе все объясню. Я ее не зря на базар отправила. Здравствуйте. Здравствуйте. Что желаете? Гранаты, перец, помидоры. У нас есть все. Нет, спасибо. Нет. Всего доброго. Чилек. Привет. Как ты, красавица? Давно не виделись. Привет, Халил. Как поживаешь? Хорошо. Заходи в гости. Брат как раз уехал за товаром. Вернется не скоро. Я не понимаю, для чего ты меня зовешь? Ты хочешь мне что-то сказать? Я знаю, что ты не девушка. Мне Маша сказала. Она врет. Не слушай ее. Она сама спала с молодым господином. А ты? Все, пока, Халил. До свидания.
Алло, Иннокентий, я что, одна работать должна? Иду. Я говорю, мы зря дергаемся. Этот крестный отец – это плод буйной Юлькиной фантазии. Отлично. Я почти с тобой полностью согласна, только тогда что мы здесь делаем? Так, стоп. Стоп. Алис. Все, дневник. Ой. Олег, нет. Не, ну мы же интеллигентные люди, а. Нет, ну мы не будем этого делать, Олег. Ну это же не этично. Ну, нет, в конце концов, это непорядочно. Это как. Это... Согласен, мы интеллигентные люди. Если речь не идет о жизни моей дочери. В этом случае я должен знать. Оля! Ой, Юля! Ты что, встречаешься с уголовником? Ты понимаешь, чем для тебя могут закончиться эти отношения? Юлечка, пойми, тебе сейчас лучше все рассказать папе. Вот всю правду, какая бы она ни была. Вот. А зачем? Зачем? Если вы и так уже нашли способ ее узнать, да? Вам же лучше взять мой ноутбук и покопаться в нем. Или же перерыть все мои грязные трусы, правильно? Чем просто подойти ко мне тупо и спросить, да? Юля, прекрати сейчас же! Так, ты спишь с ним? С кем именно? С уголовником этим. Нет, не сплю. Дочка, скажи мне честно, я его... Да ладно, пап, точно, с ним точно нет. Честно. Ну, а с этим, с Антоном? А тебе какая разница, с Антоном, не с Антоном? Да что же это? Вот что мне делать? Что делать? Что мне делать? Подожди, сначала надо успокоиться. Подожди, у нее это... Возраст у нее трудный, возраст. Возраст? Да. Может, подойти и врезать по ее наглой роже? Так, тихо, все, стоп! Олег, стоп! Мы интеллигентные люди, ну, уже в конце-то концов. Так, это... Попробуй сначала с этим... С Антоном переговорить. Нет, стоп, не надо, с Антоном не надо, нет. С матерью его переговори. Или с его сумасшедшей бабкой. Кто будет чинить теперь? Не знаю, Антон, бабка. Да что же это? Привет, Тай. О, привет от старых шиблех. Сядь. Ну, все. Мне совет твой нужен. По вопросу мужчин. Ты что, про мужиков не знаешь что-то, что ли? А? Ну, откуда? Мне же только один арханчик-то и был. Да ты шо? Да. Шо, один архан всего был? Ой, ну ты девка даешь, а? Подскажешь? Не то, что подскажу, я просвещу тебе. Ну, слухай! Что с тобой случилось? Боже! Я ходила в этот хамам. Так. Там эта сволочь, эта гадалка долбанная. Она мне просто наговорила ужасных совершенно вещей. Я до сих пор как-то я не могу собраться. Боже мой, боже мой. Так а что она тебе сказала? Можете представить, она мне сказала, что я влюблюсь. Да быть того не может, а? Ну, Марго, ой. Это невозможно. Правда думаешь, что не может? Это невозможно. А знаешь почему? Потому что этого не может быть никогда. Я просто в этом уверен. Спасибо тебе. Да не за что. Разнервничалась, потому что вот... Ладно, я пойду, у меня очень много дел. Спасибо тебе, я так рада была тебя увидеть. Беги, беги. Не кари. Слава Богу. Да, действительно, слава Богу. Здравствуйте, госпожа. Да, здорово. Ты что так долго-то ходила?
Ты что, так долго? Меня задержали. Остановили. Халил. Что, Халил? Он хотел поговорить. Тебя схватил. Взял меня за руку, предлагал зайти к нему, но я не пошла. Что? Ужас какой. Нет, он парень-то хороший. Наверное, просто he like you. Ты ему очень-очень нравишься. Но he думает, think you are... Он считает тебя очень красивой. You beautiful. Нет, вот ты красивая. Понятно. You can... Ты можешь встретиться с Халилом сегодня в магазине. Ну, если захочешь, конечно. Нет, потому что сегодня я ухожу на вечеринку. Ну, на танцы. На вечеринку? Уходишь? А вы можете провести вечер здесь? Ну, не знаю, госпожа. Без проблем. Это не очень удобно. Да не волнуйся ты. Если хочешь, конечно. Слухай дальше. Вечером он ко мне заходил на пышный блок. Сажал меня на противень, так это юбку мне задирал. И что? Что? Да ну, как мороженое. Такое бывает? О, а шо? Тебе охран так не кохал, шо ли? Нет. Слухай, а еще у меня случай был в 86-м году. Поехали мы с моей подружкой Галкой в Гагары. В поезде я познакомилась с одним абхазцем. Он к нам пришел в купе, принес вина, мы посидели, выпили. И он мне шепчет на ухо. Пойдем, выйдем у тамбур. И? Ты что, пошла? Конечно, пошла. Из любопытства. Да ну. Вот обманываешь, не может быть такого. Да как не может? Ну, не может. Щелка-палка. Ну, мы с ним у тамбур выходим. Вы на одну дверь подпираете. Я другую дверь подпираю. Он мне юбочку. И прощай. У меня сейчас тоже трубочка свернулся. Ой, да что ты за... Что застеснялась прямо? Все. Ой, ты сумасшедшая. Я пошла. Ой, да ладно. Сумасшедшая просто сегодня. Ой. Ой, девки. Всему вас учить надо, а? Давай. Слушай, а как Настя? Я знаю. Он с ним папаша живет, да живет. А к нам почему не заходит? Мы же не чужие все-таки. Ты как будто не знаешь. А сахар? Пока вот эти божьи коровки тусуются, нас он не придет. Слушай, так ты ей скажи, Стасик же в монастыре, все. Да ладно. Правда. Честное слово. Так что пусть она к нам приходит. И вообще соскучилась, как-то хочу ее видеть, поговорить. Ой, Маришка, ну вот сама посмотри, ты видишь? Родной дом, пустые хлопоты, еще удар в доме. Ну, я ж тебе говорю. Сколько мы пытались с ним начать все сначала. Все бесполезно. Ой, Господи. Ведь мы правильно говорят, разбитый горшок не склеишь. Я, конечно, все понимаю. Андрей не мужик. Чего-то он не мужик. Нет, ну это я не знаю, не мне, конечно, судить. Но все-таки жаль, понимаешь? Ой, посмотри, ты видишь, что Васька-то, вон она, дальняя дорога. Жалко так, что он уехал. Ну и хорошо, что он уехал, не нужен мне твой Васька. Слушай, да все они, эти мужики, одинаковые. Вон уж Сергей Петрович, ну, посмотри, уж на что было обходительно. Откуда здесь Сергей Петрович-то? Ты же на меня гадаешь. Да какая разница, я его всегда загадываю, как Крестову, вот тебе Червова, это я, видишь? А посмотри, какой обходительный был, внимательный. А сейчас что? Вцепился в эти часы, как черт в сухую грушу. Да я не знаю, ты не гневи бога. Нормальный мужик у тебя это, Сергей Петрович. Он налево не ходит, гадость никакую дом не приносит. Ну, ремонтирует он эти часы, ну, все ремонтируют. Ну, ты же для дома старается, человек. Так пропади они пропадом, эти часы. Что, у меня в доме других часов, что ли, нету?
я не знаю, с чего начать. Ну, давай ты, а? Ну, главное, чтобы, короче, было иностранных слов побольше, там, типа, Калиу, Мегазайкс и Суперстар, что-нибудь такое. Погоди, погоди. Так получается, что я с ней спала, и ты с ней спала, да? Неважно, да, как будто бы, да. Ксюш, представляешь, вообще это невероятно просто. Халил такой крутой в постели, просто нереально, вообще просто мега секси, суперстар. Он прям такой весь классный, я поначалу стеснялась, но он находчивый оказался. Мне никогда ни с кем такого не было, только с майором из Луганска. Да. Чего, с каким майором? Ты чего? Ничего, давай, давай. Нахрена то, что он нас не видит, он слышит только. Да мне так удобнее, давай. Хорошо. Ну и вообще он такой на самом деле зажигательный, ни с кем такого не было. И самый лучший бойфренд Халил. Халил, суперстар. У нас с ним было прямо три раза подряд, и каждый раз прямо гол. В поезде однажды с абхазцем. Абхазцем? Ты чего вообще думаешь? Да ничего, не обращай внимания, ты у меня это у Таисии, давай, давай. И значит, он закидывает ноги на плечи и ему говорит, I love you. Я люблю тебя. Ты нужна мне, Маша? Да-да-да, еще если бы так стонал, я думала, меня вот так же, что... Халил! Халил! О, давай, Халил! Ксюш, это не подействует, я не знаю, что тогда еще подействует. Вот эта сцена! Ладно, короче, расскажи мне про абхазца все-таки, давай. Да я же тебе сказала, что это Таисия, а не я. Нечего стесняться, давай, рассказывай, рассказывай. Скажи мне лучше, она нам поверила, как думаешь? Ты человек? Да. Да слушай, даже если она не поверила, какая разница? Она все равно захочет проверить, потому что я поняла такую штуку. Она реально за мной все повторяет. Эти сережки, все. Так а если у них ничего не получится, а? Почему у них ничего не получится? Мы такую романтическую атмосферу создали. Ты что там, свечи, винище, подсобка? Настенька, проходи. Проходи, садись. Сейчас будем чай с тобой пить. Пирог у меня, видишь? Так, давай. Ну, рассказывай, как ты себя чувствуешь? Вообще, как у тебя дела? Мы так с тобой давно не виделись. Что доктор говорит? Да все нормально, тетя Люта. Ну, правда, последние анализы были не очень. Но мне врач сказал, что у беременных часто гемоглобин падает. Ну да, да. Надо есть печенку, надо есть... А, пить гранатовый сок, вот. Угу. Вот. Я когда с Колей ходила, тоже... Ешь, вкусно? Угу. Настя, а как папа? Не болеет? Папа? Угу. Да нет, что с ним станется? Взрослый, большой мужик, здоровый. Ну да, да. А с мамой общается он, да? Ну да. Недавно вот заходил, починить что-то надо было, так до ночи провозился, ну, как обычно. Ну, конечно, конечно. Столько лет вместе, ну, что уж сейчас разбегаться, ну. Все правильно. Дамы и господа, сегодня вас ожидает восхитительное шоу. То, что вы здесь увидите, поразит ваше воображение, и каждый из вас запомнит этот день на всю жизнь. А теперь, господа, я прошу вас минуту тишины. То, что сейчас произойдет, требует полного молчания. Наш уважаемый гость, добро пожаловать. Итак, поприветствуйте, господа. Великолепная Ясмин. Добрый вечер, господа. Ибрагим, вы сегодня наш самый почетный гость. Угощайтесь. Объявляется следующий этап нашей программы.
И это еще не все. Впереди главный сюрприз сегодняшнего вечера. Каждый из вас, господа, может спросить у прекрасной Ясмин, что было и что будет, и услышать правдивый ответ. Кто готов? Умоляю, Ясмин, скажите, мой муж мне изменяет, мне это очень важно. Берите бумажку. Нет, ваш муж вам не изменяет. Вас ждет счастливая, долгая семейная жизнь. Господа, а теперь я прошу задать вопрос нашего самого почетного гостя, господина Ибрагима. Я не собираюсь участвовать в этом балагане. Что? Что вы сказали, Ибрагим? Куда же вы? Ибрагим, подождите! Куда же вы уходите? Я уже видеть достаточно. Ну, подождите, в финале будет самое грандиозное из нашего праздника. Плохого начала, хороший конец не бывает. Извините, я разочарован. Ну, почему? Я думаю, вы хорошо относитесь к памяти Ясмин. Но я видеть дешевые мистификации. Ибрагим, ну подождите, ну в конце... Лена, чего? Надо срочно идти в отель. Гости очень злой, потому что все остановится на самом интересном месте. Лена, она. Ну хорошо. Как говорят у нас в Свердловске, шоу must go on. Что? Е-е-е, пойдем, не понравилось ему чего-то. Шоу должно продолжаться, правильно, Расим? Да, Лена, да. Челяк, иди сюда. Да, госпожа. Ну, зацени, как тебе? Как в лучших домах в Лондоне и Париже? Лайк, do you like? Тебе нравится? Мерси, госпожа. Что это значит, госпожа? А, не переживай, дом твори. Это не для тебя, а для меня. Но я же ухожу на вечеринку, поэтому ты можешь пить, есть, а я на танцы. Госпожа, мне неловко, Халил мой знакомый. Это обычная встреча. Это не для Халила, а для тебя. Для меня? Спасибо, госпожа. Но вы сердитесь? Я на самом деле не сержусь. Не сердитесь? Да, на что вам сердиться? Вы ничего не потеряли. Ни репутацию, ни работу. А я после той истории потеряла все. Ну, наслаждайтесь. Спасибо, Маша. Пожалуйста. Ташакур. Я потеряла не репутейшн, я любовь потеряла. Ну, хорошего вечера. Ташакур. Спасибо. Ташакур. Благодарю. Ташакур. Привет, ребята. Откуда здесь женщина? Привет. Что надо, девушка? Мне кальян, пожалуйста. Что? Девушкам сюда вход воспрещен. Вы пришли одна. Вы не можете здесь находиться без мужчины. Встаньте и уходите. Пожалуйста. Прошу вас, ваш вопрос. Скажите, прекрасная Ясмин, вернусь ли я еще в ваш чудесный отель? Мой, какой замечательный вопрос. Сейчас мы найдем ответ на него. Беги, если хочешь спастись. На этом месте будет пустота и смерть. Извините, это какая-то ошибка, это не вам. Беги, если хочешь спастись, на этом месте будет пустота и смерть. Это Боже, что она говорит? Какая-то ошибка. Она говорит, беги отсюда. Здесь скоро будет беда и смерть. О, Господи, помоги. Тихо. Айнур! Вообще, почему девушка не может в кальянную прийти? Ну, конечно, я не ко двору пришлась. Я везде не ко двору. В Асколе меня в старом выгнали. Вообще, пня такого дали. Здесь тоже пыталась наладить жизнь. Ничего не получилось. Что она сказала? Не понял. А к нам зачем подсела? Я ничего не понимаю. Я тоже. Пришла, села за стол, говорит и говорит непонятно что. Откуда она взялась? Отдыхаете, друзья? Все хорошо? Кальян супер.
Но вот девушка пришла, сидит с нами, одна. Где ее муж? Если тебя что-то не устраивает, можешь выставить ее на улицу, я не против. Эй, слышишь, не мешай, давай нам разговаривать. Иди отсюда вообще, руками тут машу. Ну и вот. Опять? Я, значит, о чем я говорила-то? Вы вообще по-русски-то понимаете, нет? Understand Russian-то? Чего улыбаетесь? Она опять нам что-то рассказывает. Ничего не понимаю. Может, она здесь что-то потеряла? Слушайте, а может, на дискотеку пойдем? Хотя нет, не похоже. Что ей нужно? Да что ты ее слушаешь? Прогони ее, и все. Ну как? Вы что, прикалываетесь надо мной, что ли? Я вам тут со всей душой. Я тебя не понимаю. Сидишь тут с нами. Что надо-то? Кто-нибудь, уведите ее отсюда. Наконец-то. Где я нахожусь? Где я? Где? Айнур, успокойся, ты в отеле. А она? Где она? Где она? Она? Про Лену спрашивает? Ты внизу же? Она внизу с гостями общается. Нет, нет. Она не Лена. Это Ясмин. Где Ясмин? Айнур, здесь нет Ясмин. Ты, видимо, страшный сон увидела. Давай, иди вниз, горничную позови. Позвать, да? Нет, на танец пригласи. Зови, конечно, видишь, ей плохо. Бегу, бегу. Расим. Ты где? Ибрагим. Мехмед звонит. Фатима, я запретил тебе отвечать на звонки Мехмеда. Да. Я запретил разговаривать с ним. Да. А тем более предлагать мне трубку. Прости, Ибрагим. Пожалуйста. Молчи. Я просто очень хотела, чтобы вы помирились. Прости. Я больше никогда не ослушаюсь тебя. Я обещаю. Ибрагим, послушай меня. Пожалуйста. Ибрагим! Как вот эта записка, вот с этим текстом, оказалась в этой вазе? Я не знаю, Ленан, но вот эта записка, он лежал вместе со всем запиской. Так, и чего ты этим хочешь сказать? Вот именно, чтобы вместе со всеми лежала эта записка. И кому-то надо было, чтобы она оказалась там. Кто это подстроил, а? Кто? Лена, это ты написал? Смотри. Ну, конечно. Я же поэтому и не понимаю. Почерк очень похож на мой. Кто подделал так мастерский почерк? Кому это надо? М? Вот, Лена, кому надо? Кому надо? А самое главное, зачем надо? Вот. О, Челек, какой стол ты накрыла для меня. Мне так приятно. Спасибо тебе. Халил, за этот стол ты должен благодарить госпожу Машу. Это она постаралась. Она очень мудрая. Ты уверена? Да. Ведь ты же знаешь, что Ибрагим и Мехмед выкинули меня на улицу. Не захотели даже меня слушать. А Маша поверила в то, что... Я не виновата и взяла меня на работу. Я очень благодарна ей. А чем же ты его соблазнила, Челек? Это Мехмед меня соблазнил. Я его умоляла, чтобы он меня не трогал, не прикасался ко мне. Но он не слушал. А потом... Потом он подарил мне вот это. Так значит, Мехмед был твоим первым мужчиной? Я отказывалась, но он так дешево и жестоко оценил мою девственность. Прости, это все Маша. Она устроила этот ужин, чтобы отомстить тебе.
А я, дурак, согласился ей помочь. Прости. Прости меня, Челек. Я не хотел этого. Но я тебя прощаю, Халил. Челек, я даже не надеялся, что ты сможешь простить меня. Все просто, Халил. Я всегда стараюсь зло обращать в добро. Но ведь не всякое зло можно обратить в добро. Всякое, Халил. Просто этому нужно научиться. Я готов учиться, если ты эту низкую, подлую месть Маши сумеешь обратить в добро. Это будет легко. Ты потрясающая женщина, Челек. И знаешь, мне кажется, я влюбился в тебя. Нет. Нет. Страшные видения. Какой страшный сон. Господи, не хочу, не надо. Что с вами, Айнур? Якуб, мой Якуб, он весь в крови. Нет, не хочу. Бог мой. Быстрее, быстрее. Включи свет, свет. Успокойся, Айнур. Нам всем иногда снятся страшные сны. Нет, включи свет. Включи свет. Я кто? Включила. Что случилось? Включи же свет. Включила, Айнур. Почему в комнате темно? Я ничего не вижу. Я не вижу. Включи свет. Включи. Расим. Что еще? Скорее, случилась беда. Что? Что случилось? Айнур, она ослепла. Как ослепла? Идем, идем скорее.